Чтобы юные музыканты хорошо учились, а год для городской школы искусств стал успешным, первые уроки начали с духовного просвещения. Служители Богоявленского храма провели молебен и пожелали преподавателям и обучающимся плодотворного сезона и новых знаний. Новый учебный сезон в детской школе искусств начался совсем необычно. В актовом зале школы звучат не скрипка и фортепиано, а голоса церковного песнопения. Духовные лица Богоявленского храма в молитве желают преподавателям и ученикам успешного года. Мы просили Бога, чтобы послал свою премудрость и просветил умы и сердца детей, которые приходят сюда и вообще в школу для того, чтобы почерпнуть не только знания, а самое главное – обрести то доброе, что люди старших поколений должны им передать как опыт собственной жизни. Впервые преподаватели музыкальной школы обратились к владыке, когда в здании шел продолжительный ремонт. Более 600 учеников и 40 преподавателей были вынуждены заниматься рисованием и музыкой в неприспособленных местах. Это продолжалось более 2 лет. Была тупиковая буквально ситуация, и надежды, казалось бы, никакой. И Ирина Олеговна с огромной просьбой и с мольбой попросила отслужить епископа Якова, отслужить молебен. И когда мы стояли на молебне, у меня в сердце возникло спокойствие, что все будет хорошо. И действительно, не прошло 4 месяца, казалось бы, тупиковая ситуация. И уже это было в сентябре, а к 1 января школа наша была готова. Преподаватели и ученики положительно оценили задумку руководителя музыкальной школы и каждый сентябрь планируют начинать учебный год с духовной музыки. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».